Кабинет начальных классов школы села Раковка. Бренд-менеджер компании «Телемикс» Ольга Костенко делает финальный рывок. Чтобы разложить эти канцтовары по пакетам, она с коллегами потратили не один час личного времени. И зачем им это? Чтобы каждому ребенку все досталось в равной мере. В равном количестве тетради, в линейку, в клетку, наборы для творчества. Видя их лица, мне стало приятнее работать, и все свои сложности, там, связанные с нехваткой личного времени, таскание этих тяжелых коробок, все ушло на второй план. А таскать нужно было достаточно. Напомним, с 1 августа по 15 сентября в магазинах «Дружба», «Кот ученый», «Скрепка», «Знания», «Класс» и «Книжный мир» стояли коробки, стилизованные под ранцы. Туда каждый мог положить любые товары, которые нужны школьнику. Также помогли коллективы компаний «Зеленый крокодил» и «Приморская мебель». Мы знаем, что сейчас очень сложно собрать деток с сельских школ и деревенских. И решили именно таким деткам подарить ранцы. Активное участие, за что хотим сказать большое спасибо, нотариусы города Уссурийска помогли нам в сборе. За 46 дней акции горожане собрали, внимание, 7500 единиц канцтоваров. Когда мы все пересчитали и распределили, оказалось, что можно помочь 120 детям из сел городского округа. Это ребята из села Каменушка. Они, несомненно, рады. Ну, кто же не будет рад подарку? Но в ситуации обнаружился таки драматический момент. Оказалось, современному ребенку важен принцип половой принадлежности канцтоваров. О как! Мальчикам мужские, девочкам женские. Или, как говорят сами школьники, мальчуковые и девчачьи. Обмен прошел мирно, и теперь уж точно, все довольны. Занавес.